Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Asus Zenfone Max M2 подготовить его к использованию. В первую очередь вам нужно выбрать язык. Давайте выберем русский. Нажимаем вперед. Затем подключение к Wi-Fi. Этот пункт является необязательным, но настоятельно рекомендую подключиться к сети Wi-Fi, потому что перед вами открывается намного больше функций с доступом к интернету. Подключимся к интернету. Затем политика конфиденциальности и условия использования. Вы старше 16 лет. Я определенно. Далее. Затем принимаем условия обслуживания. Проверка обновлений. Также следующим шагом перед вами предоставляется возможность скопировать приложения и данные с предыдущего телефона, но этот шаг можно пропустить. Затем перед вами является опция входа в аккаунт Google. Этот шаг можно пропустить, или же вы можете войти в аккаунт Google, создать себе новый аккаунт Google, или же пропустить этот шаг на данном этапе. Я его пропущу. Затем политика конфиденциальности и условия использования Google, и также их сервисы, которые вы можете использовать, можете не использовать, на ваше усмотрение. Но в любом случае вам придется принять условия использования и политику конфиденциальности Google. Затем, хотите ли вы загрузить софт приложения Google, на ваше усмотрение. Затем установите защиту на ваш телефон, к примеру, распознавание лиц, отпечаток пальца, или же пин-код, рисунок или пароль. Но также можно пропустить этот шаг и установить защиту в любое другое время. И готово. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и пока.